Ну что же, всем хаюшки, всем привет, дорогие друзья, Пуджубы Типи на связи, и добро пожаловать в новый туториал по тому, как установить моды на FNAF Air или Forsaken Air. Давненько не было такой херни, как туторы, гайды и всякая фигня. Они когда-нибудь выйдут, когда-нибудь они вообще опять ремейкнутся, возобновятся, как в прошлом году. Наступает уже конец лета, ребятки, я трагически хочу заявить то, что я покину канал до тех пор, пока не настанут мои долгожданные каникулы на недельку. Это не повод переживать, не повод рыдать в платочек. Я всегда буду с вами, ребятки, в сердце. Я в вашей голове. Я вас никогда не покину. I always come back. Сегодня речь у нас пойдет о том, как бы установить нам моды на Forsaken или FNAF Air. И сегодня я покажу вам это на примере трех модов на одного аниматроника, а именно на Flaming Springtrap, да. Сегодня я и решил взять именно его, потому что хотел бы показать отличие между какими-то модами, которые имеют, ну, текстуры разные. Сейчас модов вообще на просторах интернета полно. Есть какие-то текстуры с VR какими-то окрасками, есть какие-то негладкие, наоборот, лагучие текстуры. Это все зависит уже от вашего телефона. И сегодня я покажу вам на моем дряхлом ведре, так скажем, на 4 гигабайтах оперативной памяти, два из них, которые уже забиты каким-то дерьмом, то, как работают какие-то любые моды у меня в игре. И покажу именно я на Springtrap, потому что моды обычно используются на сложных аниматрониках, как Golden, там, Lefty в нашем случае, если Forsaken, и, конечно, Springtrap, потому что это глаза. Глаза лаги, а лаги это для нас, ребятки, это капец. Поэтому сегодня я разберу три мода и покажу, как с ними драться. В принципе, будут большие отличия, кто-то будет ярче, кто-то будет темнее, кто-то будет лагучий, кто-то вообще не будет лагать. Это все вы увидите в этом ролике, поэтому перед началом обязательно поставь лайк и подпишись на канал, а также нажми на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а мы погнали. Ну а для начала давайте я покажу, как все же работает Flaming Springtrap на его оригинальных текстурах и насколько он меня будет лагать. Что, ребятки, попахивает жизой, да? Верно, жиза. Потому что именно от таких лагов, даже у меня на моем телефоне, хоть вам это не видно, но он меня лагает. И эти баги с глазами меня тоже бесят. Поэтому сейчас давайте уж это исправим. Для начала давайте выйдем из самой игры и скачаем какой-нибудь мод с какого-нибудь Discord сервера. Обычно у каждого человека, который играет во FNAF Air или в Forsaken, есть какой-нибудь сервак, на котором есть моды. Обычно это самый у нас популярный сервер в Дискорде, FNAF Air Mod Tournaments, на котором можно скачать любые моды, почти что, если их, конечно, еще не удалили. Поэтому я их ищу у себя лично из Телеграма, потому что я его загружал в Телеграм-канал, кстати, ссылка на него будет в описании, он у меня потихоньку сейчас развивается, я его создал недавно. Мы нажимаем на кнопочку «Копировать» и теперь переходим в папку Android и ищем папку Data, которая обычно должна быть самая первая. Потом мы ищем папку с нашей игрой, именно Forsaken. Если кому-то нужно, то и во FNAF Air можно зайти. В принципе, тут не особо большой выбор. Потом заходим в папку Files, которая стоит рядом с кэшем, и находим Unity Cache. Там мы видим папку Shared и нажимаем на нее. И тут из всей кучи папок нажимаем первую, где написано Animatronics. Теперь ищем по названию скина или самого персонажа его код. Именно нам нужен с вами Flaming Springtrap. Нажимаем на него, нажимаем на папку с каким-то кодом и видим тут два файла, дата и инфо. Именно дату
которую есть сейчас в оригинале, нам нужно переименовывать на backup, чтобы наложить мод на саму игру. Поэтому мы переименовываем оригинальную дату и ставим уже мод, который нужно будет уже переименовать в дату. Как видите, мы успешно поставили мод на огненного спрингтрапа. Теперь он лагает в минус, но он довольно яркий для того, чтобы увидеть глаза. И сейчас я вам покажу, как он будет работать в катке, когда он будет менять глаза. Это будет огромная боль. Что ж, как видимо, этот мод нам не помог, поэтому, чтобы вернуть оригинальные текстуры Флеминга, вам нужно удалить сначала именно файл с датой, который вы уже переименовали, когда переписывали мод, и с бэкапа опять вернуть на дату оригинальные текстуры. Затем мы скачиваем какой-нибудь еще другой мод на Флеминга и идем его ставить. Как вы видите, я поставил еще одного VR Флеминга, уже которого более зелено-салатового такого. Давайте зайдем в фотобудку, я вам покажу, что он вроде бы как отличим по глазам, его возможно отличить, не знаю, может сейчас он отразится в катке совершенно по-другому. Сейчас мы на это посмотрим. Видимо, с этим модом тоже у нас не получается, поэтому давайте попробуем самый последний мод, который будет чуть побольше лагать.
А вот и наш радиоактивный Flaming Spring. Вроде как лагает чуть побольше, но чуть меньше, чем Орик Flaming. Давайте его себе отправим и попробуем победить. Somebody save me. Standing in the midst of the crowd, but nobody sees me. Shouting at the top of my lungs, but nobody hears me. All in the name of love, look what you made me. I've been praying for the rain to fall. Watch me down so I'll be. Open heavens, let it pour. You can love me again. Ну что же, вы сами все увидели, моды реально помогают, глаза Flaming Spring Trap теперь можно отличить гораздо легче с таким модом, нежели чем играть с ним на оригинальных текстурах. Поэтому я надеюсь, тебе этот ролик помог, надеюсь, ты поставишь лайк и подпишешься на канал, если ты еще не подписан, как же так? Нажми на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, и жду я твоего комментария внизу. Всем пока-пока, до скорого, удачи!